Друзья, у ребенка есть шлем. Здесь все ездят в шлемах. Хороший даже шлем. Даже маленькие. Ты прям как этот, Илья Муромец. Это все «Звездные войны». Какой? «Звездные войны». Да ты что? А, это не для велосипеда? Нет, это не велосипеда, да. Только «Звездные войны». Мы видели вот такую вот прическу, а нашли мы вот такие вот иголки как бы. Кошмар. Ну а можно там засветить как-нибудь, чтобы он там замигал, заверещал? Этого пока нет. Друзья, над этим работают сейчас, работают. Скоро будет. Ой, он тоже любит? Да. Это его же. А, это его? Да. Это он будет в нем ездить со мной на велосипеде. О-о-о. Зергут. Ты смотри, как богато. Вот так вот. Тоже нам отдала очень девушка. У нее 2 года мальчику. Она много отдала нарядов для Даши. Она отдала много нарядов для Димы. Даша вообще любит наряжаться? Очень она любит наряжаться. Правда? Да. Сама для себя или потом ходит и выпендривается? Ходит и выпендривается. Выпендриваться мы любим. Здесь мало кто так себя ведет, а мы ведем, что вот прям вот мы красивые, да, Даша? В школе ходят дети, кто в чем? Так. Кто в босоножках, кто в толстых сапогах, кто в шапках, кто в шортах. Какой у вас этнический состав в школе? Очень. Так, выходите сюда, а то свет нас подслепливает. Вот сюда. Я не очень разбираюсь в народностях, но с мамами мы встречаемся, когда встречаем детей. Да. Очень многонациональные. Так, но они приветливые? Все приветливые. Один раз они видели меня, когда я привела Дашу, и все меня встречают, как будто мы знакомы 100 лет. И все со мной разговаривают, правда, я не очень понимаю, о чем, но все разговаривают. Но машут из машины, машут. Многие зрители спросят, а как там, нет ли плохого отношения к тем, кто вот по-русски говорит? Я еще вообще, как приехала, плохого отношения к русскоговорящим не видела. А к другим? Может быть, к афроамериканцам? Нет, все заняты сами собой, а с остальными очень приветливы. Никаких косых взглядов ни на кого, ни на детских площадках, ни в парках. Мы часто выходим в людные места. Так. Все очень дружно, все следят за своими детьми, дети не дерутся на площадках. Все очень спокойно, приветливо и очень это хорошо. Еще немножко, потом поедете навестить родных там, приедете в Балашиху, и все скажут, о, смотри, американцы пошли, видишь, какие у них блаженные-то лица. Знаете, блаженные, веселые, приятные лица. Они скажут очень... так. А как скажут? Мы на камеру не будем говорить. Все, мы не будем на камеру. Друзья, все знают русский язык. У нас на канале все знают. Может быть, иностранцы, которые изучают русский язык, могут зайти, но это им в комментариях подскажут. Так что все очень приветливо, все спрашивают сразу, откуда вы? Ой, Россия, холодно, Россия, Сибирь. Это хорошо. Теперь, Москва. Какие планы на будущее? Вот пока что вы, можно сказать, прожигаете свои средства. Ну, на самом деле, мы накапливаем багаж знаний, потому что Сергей учится. Так. Я пошла в соседний колледж 4 дня в неделю бесплатно. Иммигрантов учат английскому языку. Хорошо учат? Учат более расслабленно, чем я привыкла в России. Да. То есть никаких серьезных домашних заданий, проверок нет. Угу. Но я единственная там русская, мы много общаемся. Общаемся... Угу. На многие темы, если бы вы сняли на камеру, наверное, это очень смешно, как люди на разных языках пытаются поговорить на английском. Я, знаете, преподавал однажды математику еще в СССР, в высшей школе профсоюзного движения. Почасовиком я был. И у меня была группа, подготовительное отделение. И там у меня были вьетнамцы и монголы. И вот они друг с другом говорили по-русски. Вы не понимали? Нет, я понимал, но я каждый раз, я когда приходил домой, мне там все садились, говорят, ну рассказывай, значит, как они там разговаривают, а потом уже мы когда сюда приехали, я вот с ужасом говорю, ребята, вот это мы, вот теперь мы вьетнамцы и монголы, говорящие по-русски. Ну, знаете, в России принято над этим смеяться, и в школе смеются даже не прячась, здесь не смеются, здесь стараются понять, прислушаться, подсказать, не столько поправить, сколько подсказать, если ты что-то. Мы разговариваем с Дашей на улице, с соседями, мы разговариваем с собачниками, мы разговариваем с мамочками. О чем мы говорим, Даша, о чем? Ну, о чем-то.
Так вот о детях показываешь пальцем, говоришь 2-3 слова, которые должны быть в предложении. Все понимают? Big dog, багаж, small dog, собой. Это я рассказывала, как мы летели, что большие собаки летят в багаже, маленькие, но все понимают. Все понимают, конечно. Мимика и жест. Мимика, жест, несколько слов. Постойте, сколько вы уже в Америке-то всего? 10 августа мы вылетели из Москвы. Здесь... Мы живем с 19 числа, то есть вот здесь, на этом месте, ровно месяц. Ровно месяц. Ну, понимаете, но в Америке вы уже, грубо говоря, полтора месяца. Так. Да, мы получили грин-карты. Хорошо. Мы получили права. Мы сдали с Сергеем на права. Это тоже отдельная история, как я разговаривала с тетей, она, которая принимает права. Да, тоже все поняли. В результате я очень волновалась. Помогла нам из группы девушка приехала со своими правами. Все нам показала, перевела. Из колледжа? Нет, из группы, которая... Девчонки Бэйри. Я написала, спросила, говорю, ребята, как нам быть? Нам нужен человек с правами. Она сказала, я недалеко живу, я приеду, вам помогу. То есть действительно такая вот, можно сказать, полезительная тусовка. Да? Да. Очень здорово. Очень Они здорово. Помогают друг другу советами. Нам очень много помогают. Нам показывают, где парки. Мы объехали все парки в округе. Вот вы знаете, что рядом с нами есть, например, по дороге, наверное, даже к вашей школе, ферма, на которую бесплатно можно приехать, посмотреть. Козочки петухов, маленькие. Кур, козочек. Да, конечно. Вот мы вчера там были. Мы гусей гоняли с Чуи, с Димой. Гусей погоняли немножко. То есть мы смотрим, нам подсказывают в продуктах, куда сходить. Освоились с продуктами? То есть вот американская еда вас, в смысле продукты американские вас уже устраивают, или вы ищете что-то, чего не нашли пока? Нет, нас все устраивает, нам дали хороший дельный совет, что привыкайте, не ищите что-то, вот что такое, вам, чего бы вам не хватало, привыкайте к тому, что есть. И мы привыкаем, и нравится. И знаете, мы обратились в социальные службы. Так. Как безработные нам дают фудстемпы. Это не то же самое, что пособие по безработице. Пособие по безработице тем, кто выиграл грин-карту, нельзя. Ну, не хотят. Нет, надо сначала потерять работу. Сначала поработать, потом потерять. И тогда будет пособие по безработице. Мы не должны его брать. Мы когда ехали сюда, сказали, что мы не будем его брать. Да. Всякие программы. По программам лотереи. Фудстемпы можно? Фудстемпы можно. Да. По фудстемпам. Дважды в неделю нам дают еду. Еду дают очень Постойте, много. Еду или дают, или фудстемпы дают? Деньги нам дали на карту. Отправили в фудбанк. Когда ты приезжаешь, Серёж, дай ему покушать что-нибудь, пряник. Он будет есть, он кушать хочет. Он смотрит, а ему не дают. Я понял. Значит, у вас есть деньгами, где вы можете пойти в магазин и купить. А еще есть такие места, где просто бесплатно продукты дают. Да, продукты дают очень качественные, очень вкусные, очень... хорошего... Выбрать можно или берешь пакет и можно идешь? Можно выбрать, мы выбираем. Причем не только продукты, дают памперсы Диме, дают... Первый раз, когда мы пришли, нам дали все вплоть до туалетной бумаги. Все причиндалы, продукты, например, что это? Курица, консервы, что это? Консервы, крупы, курица, мясное, молоко, яйца, подсолнечное масло. И всякие, очень много снеки, очень много снеков. Джанкфуд вот этот. Окей. Вот, и очень много фруктов и овощей. У нас всегда, вот сейчас мы убрали, а так они у нас вот здесь вот персики. Это реальная экономия, да? То есть вы бы так потратили, может, там сотню за месяц? Нет, мы столько бы не потратили. Столько не нужно. Столько, как сказать, мы бы не купили столько экзотики, столько дорогих продуктов. Ну да. То есть это вас люди местные научили, то есть сами-то вы не знали? Да, нас научили с группы наши, все сказали, мы все приезжали, все этим пользовались, это вот так нужно сделать. Те, кто приехал раньше, те, кто давно здесь живет, говорят, не стесняйтесь, в этом нет ничего страшного, приезжайте. Но никто вам не говорил, давайте на велфер идите, оформляйтесь. Но в группе-то писали, что мы вот, поскольку вы с детьми, вы можете получать больше, но... Мы боимся не получить потом гражданство, если мы сделаем что-то неправильно. Ну да. Вот. Да. Поэтому мы не будем рисковать, но еда – это очень приятно. Это, вы знаете, настолько приятно, что мы только приехали в эту страну, и нам помогают с языком, с едой. У нас Даша в школе бесплатно кушает.
Да, да. Она бесплатно за хорошо кормят в школе? Бесплатно обедает. Ну, приведи пример, что на обед в школе бывает. Хотите, я вам меню покажу? Не, ну, ребенок пусть расскажет. На завтрак у нас на первой перемене идет там всякие хлопья, вот все такое. Потом хлопья у нас... с молочком, с водой, с чем? С молоком. Так. Но только с соком. Сок у нас почему-то очень холодный, иногда и даже льдинки. Попадаются. На обед всякие хот-доги, бургеры, так, вкусные? Все такое, да, пицца, так. Все очень вкусно. Вот, и салаты. Да, и салатики. Ну, у нас можно их брать или не брать. Сколько хочешь, столько и бери. Ага. Ну, то есть не голодаете, короче. Нет, никто здесь не проголодался. Много экзотических овощей и фруктов, которые мы не знаем. Не знаем, как готовить, не знаем, как... Вы знаете что? Это будет долго еще продолжаться. Это вы не то, что через год будете всю экзотику знать. Это потихоньку происходит. Спросишь какого-нибудь китайца, а это что? Он говорит, это вот это. И говоришь, а что ж с ним делать? Обычно это в магазине. Группе, да, в магазине страшно. Стоишь, вот думаешь, это-то что? Ну, в группе тоже неплохо, да. По ресторанам ходите. Нет, еще ни разу не были. Но поскольку мы не работаем, мы в любом случае экономим. Ну да, да. Мы... Как бы... Сколько за месяц ушло на питание? Можете сказать пример, сколько уходит на питание? На я могу сказать, что нам дали карточку на еду на $900, мы ее еще не потратили. Это на какой период времени вам дали? А вот это мы еще не поняли, будет ли еще добавка. Это большая сумма. Потому что у нас двое детей, нам сказали, что ее рассчитывают, эти суммы разные, зависит от количества... Да, но не на месяц же, за месяц-то... Я не знаю, насколько, но мы ее еще вот не потратили. Свои мы на еду. Это нет. Просто она как пластик с магнитной полосочкой, да? Да, приходишь, ей расплачиваешься за еду в магазине. Это всюду принимают или есть места, где не принимают? Ну, мы в больших магазинах везде принимаем. Это правда, да. Единственное, что мы как-то взяли курицу-гриль, она в карточку не вошла. Нам $5 пришлось платить за нее. То есть как бы излишество. Ну да, видимо, там какой-то набор, который вот полезный еды. Так что соседи... Люди, как грубо говоря, есть какое-то ощущение, что, ну, вот как-то не так люди живут, как в других местах? Ну, ощущение, что мы дикие, потому что привыкли с соседями, хотя я очень приветливая, я здороваюсь. По Балашихе со мной здоровался каждый третий, наверное, только остальные, ну, так удивленно в лифте кивали. И я приехала сюда и удивляюсь, что со мной здороваются люди, которые видели меня там пару раз у бассейна. Здороваются так, как будто мы с ними уже не раз выпивали вместе. Ага. И я начинаю от этого пугаться, потому что я не привыкла. Есть такая особенность, что женщинам жмут руки. У нас мужчины-то не всегда руки жмут. А здесь мало того, что надо познакомиться, еще схватить за руку так вот и потрясти, что вот прям вот рады. И была смешная ситуация, здесь ходит дяденька черный, совсем черный, гуляем мы с ними с собаками. И раз кивнули, второй раз он бежит, кричит «Привет!», кидается ко мне сжать руку, а у меня реакция, я отпрыгиваю, потому что я вообще не первый раз в жизни потрогал за руку негр. Он большими черными ручищами хватает меня и говорит «Привет, Раша, привет!» И такой он радостный. «Привет, Раша?» Да, конечно, Раша. Да. Он уже до этого спрашивал так. «Привет!» И вот так вот трясет мою руку. И Даша смеется, потому что я отпрыгнула эту руку у меня вот так вот. И я тоже «Привет, привет!» улыбаюсь. Но, наверное, если это снимать со стороны, было бы очень смешно, потому что непривычно. Непривычно. У нас была похожая ситуация. Мы со Светой, когда только приехали, там много лет назад, мы озабоченные шли по даунтаун Сан-Франциско и что-то пытались найти. У нас карта с собой была, вот мы там что-то пальцем водили. И навстречу шел такой громадный, такой африканец. Угу, вот, они очень местный, да, большой такой. И он, поравнявшись с нами, он нам сказал «Смайл!» Ай, улыбайтесь. Да, говорит, улыбайтесь. Человек, говорит, такие озабоченные. Ну вот они, наверное, видят, что мы так. Однажды в парке мы шли, и идут ребята, и говорят, ой, а мы вас знаем, мы вас видели на канале Портнова. Да. И мы с ними поболтали, нам дали ссылки на
людей, которые занимаются программированием. Ну, спросили, говорят, вот Сергей учится, и для меня начальное программирование. То есть все делятся информацией. Ну, потому что информация, особенно поначалу, это очень важно. Да, очень приятно было, что так ощутить себя звездами. Так. Один раз? Нет, к вам же еще подходили тогда. Ну, или это вы вот подходили сначала? Это мы подходили. Да, это мы нет, а подошли. Это прям вот, ой, постойте, постойте, а мы вас знаем. То есть вот так нас. Ну, это есть такое. Это вы еще у нас редко появляетесь. А так вот это было не у вас, это было в парке Санта-Клара. На канале у нас редко появляетесь, так бы вас увидело еще больше народу. Может быть, вам бы даже не было. Вы вот не выкладывайте это видео вечером в воскресенье. Выкладывайте в понедельник утром. Еще больше народу посмотрит. В понедельник утром? В понедельник утром там или в понедельник утром здесь? Нет, в понедельник утром там. Не знаю, что сказать. Ну, понимаете как? Ну, на самом деле, если не посмотрели сразу, то посмотрят в течение дня. То есть, ну, как? Когда вы нас выложили в пятницу, просмотров было меньше. На субботу, воскресенье. Прям, ну... Вы знаете, что еще происходит? Первый сюжет, может быть, меньше народу смотрит, а второй смотрят случайные люди и те, которые уже хотят посмотреть, что дальше было. Вот я думаю, что вот третий наш сюжет будет иметь больше просмотров, чем... Это уже четвертый, наверное. Это четвертый? Ну, один раз вы нас встречали, два раза мы к вам приезжали. Да. Значит, это четвертый. Ну вот мы решили вас пригласить, потому что, ну, у вас уже были, теперь вот у нас. Да, и я думаю, нашему зрителю будет интересно, как люди обустраиваются. То есть вот все у нас есть, отношения между людьми. Всего хватает, ни в чем. Единственное, в чем, о чем мы грустим, это, конечно, о родителях. О родителях, о очень близких друзьях. У меня крестницы, девчонки, так, с которыми мы близко общались. Какого возраста? Разные. Старшая крестница, 23 года. Ого. Вот так. Она. А младшей полтора года. Ой. У меня у подруги четверо детей. Они все мои крестницы. Ну, это близкие все девочки, отношения, да? И еще тоже моя бывшая коллега. Мы настолько с ней хорошо работали, что прям вот теперь родные люди. У нее две близняшки, ему сейчас будет 3 года в ноябре. Но они не, как сказать, не в претензии, чтобы уехали куда-то? Они в ужасе. Они в ужасе. Конечно, они за меня рады, потому что я счастлива. Как вот, когда попыталась моя подруга поплакать, я говорю, ну зачем же ты плачешь, я же счастлива. Да. И она говорит, я не могу плакать, когда ты так этого хочешь. Я очень этого хотела. И действительно, как вы предсказывали, мне снятся сны, что меня не пускают сюда, и я плачу по ночам. Я не плакал, но просыпался в холодном поту. А я не просыпаюсь, я плачу, как будто я потерял документы, теперь мы никуда не поедем. Я плачу, прям плачу, просыпаюсь, думаю, что я плачу. Это было поголовно вот в нашей волне эмиграции, вот с кем не поговоришь, у всех это было. Где-то 4 месяца у меня так продолжалось, потом ушло куда-то. Ну, дай бог, и у меня уйдет, но пока вот это есть, я хочу здесь жить, я хочу работать для этой страны, приносить этой стране пользу, и чтобы дети мои приносили пользу. Приятно, когда тебе так заботятся, когда думают о чем, что будет есть твой ребенок и где он будет учиться, это очень приятно. Вы скоро затоваритесь совсем, все ваши ящики, шкафы забьются. Мы не будем затовариваться. Я уезжаю, сказала, я больше никогда, раздавая свои вещи, не буду так затовариваться. У нас была примерно такая же размера. Будете раздавать? Да, я буду она сразу была задавать. Завалена, ну, она не была завалена, все-таки все было аккуратно разложено по разным шкафам. Да. Но когда мы начали перед отъездом все это раздавать, мы раздавали несколько месяцев, и оно все не кончалось. Ну, значит, в общем, короче, вы теперь можете уже через недельку, другую, через месяц, или по мере того, как вот молодой человек будет расти, уже можете там скидывать коляски, детские вещи, уже будете охотиться за вновь прибывшими. Да, мы можем помочь тем, кому нужна помощь, обращайтесь. Уже то, что мы знаем. А, ну вы можете пока информационно поддержать. Информационно поддержать. А как к вам обратиться? Через вас. Не, ну как через нас? Не надо. Вы давайте это самое. Галина Тогулева есть в... Давайте я дам ссылку на Инстаграм. Я там, кстати, выкладываю ежедневно все свои походы. Да какой у вас Инстаграм? Тоже Галина Тогулева, но я... Если сделать поиск на Галина Тогулева на Инстаграме... Давайте я ссылку в комментах положу. Да, все, договорились. Вы в комментариях напишите. Во-первых, там будет виден ваш YouTube.
Да. И вам ребята напишут, и во-вторых, там дадите Инстаграм. Просто просят писать о том, как мы живем, но мне не до этого. Я учусь, я с детьми, я их всех вот организовываю, что куда. А в Инстаграм под фотки я надписи понял. Всегда делаю. А у вас может быть юный блогер? Да, она очень тоже это она хочет. Она начала, но как-то пока не У нас компьютера нет. У нас папа забрал компьютер. И поэтому я не могу... Мы ищем, кстати, компьютер какой-нибудь такой, чтобы... Друзья, у кого компьютер есть, несите. Да. Нам нужен не игровой, просто для интернета. Для интернета, потому что мы совершенно без мультиков, без информации, мы даже новости не смотрим. Понял. Слава Богу. Ну, если не найдется в ближайшее время, то мы скоро начнем замену производить наших лэптопов в школе. Там потихонечку. Да нам можно даже не лэптоп, а стационарный. Вот у нас нету стационарных. Ну, у нас хорошо, лэптопы. Мы подождем. Ладно, хорошо, ребята, давайте сгрудьтесь. Я вас так всех вместе засниму. Собаку. И собаку. Я уже промолчал, собаку. Хотел сказать про собаку, но промолчал. Нет, собака это наша вон. Так. По собаке нас и узнают. Да. Друзья, вот они все впятером тут у нас. Тогда, может, вы скажете? Нет, как-то какое-то действие нужно. Я сейчас думаю, там ручкой. Давайте будете ручкой махать. Да. И собачьей лапой тоже заодно. Так. Все, всем друзья, привет. Мы всем передаем привет. Привет! Привет! Привет!